слушай, а там маньяки будут? Нет. А я, ой, да, ну нет. Ну хоть стриптиз ставить можно? Начинаю. Итак, представить вашему вниманию хотим комедию вампирского сюжета. В комплекте будет демон на изгнание, вампир, монах, пол-литра, два эстета, красотка с личиком, как будто из витрины, а также трэш, угар, рабы и ассасины. Мы наели вам со скучными словами. Тогда пусть персонажи все расскажут сами. Но и закроюсь, как коварный Саурон, на сцене слишком мало магнитофона. Поэтому мы персонажи нарисуем и сами их озвучим. Все, стартуем. Давние-предавние времена в одной далекой-предалекой стране жил-был вампир. Ага, как же? Жил он же нежить. Ну, блин, ну хватит к вам притираться. Ладно, пускай будет существовал. И была у него традиция каждые 10 лет торжественно отмечать свой день рождения шикарными оргиями. Нет. Косплеями. Ну хоть стриптиз-бар, можно ему сходить? Похоронами, придурок. Похоронами. Лучше бы бар ходить каждый год 31 декабря. Ну и на 700-й день рождения вампир тоже решил это самое похорониться. А ты говоришь, ассасина сейчас организует. Покуха, это я их оживил. Я решил два не так покупать, а могли они вас сразу снимать. А там разузнал, оживил. Ну что, никаких проблем. Идиот, царя небесно. Давай, нечего обижаться. Это не по сюжету. Так я ж как бы зло. Мне можно, а тебе нет. И вообще, где мой волшебный черный фломастер? Нет, Малевич, не порти мой хороший рисунок. Так, подумай, и звони можно. И так. Ну что ты там нарисовал? Ты помнишь, сегодня день? Я, например, вспоминала тебе каждый день этих долгих лет. Скажи, ты ведь не забыл, какой сегодня день? Абсолютно прав, милый. Сегодня ровно 219 151 день с момента нашей судьбоносной встречи. Эту дату просто необходимо отметить. Да, дорогой? Я даже принес тебе цветы. А теперь спокойно. Не верю, это все бред. Нет, не верю. А сейчас нарисуем.
хлопать водой, что ли? Ну все, Рафал Валерьевич, если у него так святая вода... Фух, пронесло. Я же говорил тебе добро. Он больше свою сорокоградусную любит. Знаете, спонсор показа водка портится, портится. А от нее никто не испортится. Я не понял, с каких это пор ты рекламу начал вставлять? Понимаю. А с тех пор, как половина моей зарплаты идет на чьи-то сериалы. Зарабатывать-то надо. Да ладно? Не, нормально, это что еще? Смертные не ожидали меня увидеть живым.
с этой непотребной девицей. Жалкий смертный, то, что ты выйдет потом своей рясой, не дает права взять мне жену. Ну, я добрый, я тебе не только оставлю жизнь, но и благодарю за угодно. А теперь, а пора. Как хорошо, что эта история закончилась так мирно. Ага, сейчас. Прости, я. А ты знаешь, что я только что всем был? С любовью там. Ой, как все плохо. Зато хоть кадры выспится. Ага, как же. Поспит он, бедняжка. Даже в гробу покоя нету. Это слово. Месть за картошку. Ага, точно. Нет повести печальнее на свете. Погоди, еще реклама. Ну так давай же быстрее, а я пойду скоро Наруто смотреть, 648 серию. Скотинка. Официальный медиапартнер, зрительный зал. Спасибо, что вы с нами.